поленюсь снять свою добычу. Но это не вся добыча. Добыча у меня очень-очень большая. Будет целое видео, как мы собирали эти рядовки. Голубиные, гриб-голубок. Я хочу показать, что они бывают разные. Совершенно. Ну, нет одинаковых грибов. Так, вот начну с крупного гриба. Вот такой вот крупный гриб. У него волнистые края, у многих волнистые края, которые постарше. Вот этот старший, но он, край у него вообще-то не волнистый, да. А у маленького волнистый край, пока он вырастает из-под земли там. Вот такие вот грибы. Все-все разные, ни одного одинакового не бывает. Вот у них еще есть такое свойство, как у рядовки серой и зеленушки. И вкус у них такой почти что, как у тех грибов. Вот у них свойство ножки растрескиваться, веером расходиться. Ну, не у всех, но у некоторых бывает так. Вот очень крепенькие, но червивых очень много. Вот я показываю не червивые пока, но буду проверять, может и попадутся. У них бывает очень-очень толстая нога. И нога, главное, бывает, ну вот плотная такая. Вот совсем у пожилых грибов, у постарше грибов плотная ножка. Вот. А есть вот гриб. Вот он то же самое. У него дырочка в ножке. Вот так вот. И где-то у меня гриб в разрезе. Вот. Вот он. Главное в лесу запах. Если плохой запах не брать. И если сомневаетесь, то нужно снять пленочку. Попробовать от самого краешка. И она должна сняться до самой макушки. Они голубоватые даже вот в лесу, мы вчера собирали, по сравнению с теми белыми-белыми рядовками, которые ложные, эти голубей, голубоватые. Вот такие вот грибы, очень интересные. Думаю, дай-ка я их сниму, пока я их перебираю, у меня их очень много. Я их не буду ничего, я их только пожарю. Сейчас они были в одну. Вот такой вот еще экземплярчик попался. Пока перебирала грибы, те уже порезала. Вот такой вот. Все грибы разные, но они хорошенькие. Это то же самое брат-близнец. Грибочка с серой рядовки и зеленушки. Вот такие вот грибы. Для их грибов макушечка бывает остренькая, вообще заостренная. Ну, все на этом. Все, я рассказала, что знала. Всем пока-пока.